Вспомнить о великом празднике 9 мая и украсить свой образ победной авторской брошью решили участники мастер-класса в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Помогала в этом горожанам специалист по декорированию Татьяна Симоненко. Это можно сделать или на какой-то защитке, щепке, для того, чтобы украсить себя потом празднование 9 мая. Давайте начнем, наверное, с основы, потому что она должна немножечко посохнуть, чтобы мы выполнили цветок и потом уже готовый цветок прикрепили к основе. Значок «Основа», клей, георгиевская ленточка, крепированная бумага для создания алой гвоздики. Все необходимое для изготовления броши своими руками. Химчане с большим удовольствием разрабатывали свои уникальные дизайны, которые еще раз подтвердили – творческий потенциал горожан неиссякаем. Проект «Химки. Интересно жить» существует уже больше года. Многие жители стали активными участниками таких встреч. Анастасия Березина посещает позитивные встречи чуть ли не каждый день и по многим тематикам. Нравится мне проект, обожаю этот проект. Хожу сюда, когда работаю. В общем, в восторге. Хочу дальше, чтобы это было все, потому что это на самом деле очень круто. Творческие, спортивные и интеллектуальные встречи в «Химках» проходят каждый день. За год мастер-классы посетили около 80 тысяч человек. Однако еще не все жители знают о проекте, в связи с чем администрация ищет волонтеров. Человек получит пятерку, он посчитает ознакомиться, не примет уже решение идти или не на эту встречу, или идти. Я еще раз подчеркиваю, потому что задача, вот моя личная свойство, чтобы до каждого гражданина, до каждого жителя городского клиники данная информация была. Есть такой доброволец? Татьяна Борисовна уже разносит. Поаплодируем Татьяне Борисовне, а то, что есть такая Татьяна Борисовна. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.